Дорогие друзья, утро доброе. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор портала «Prian.ru. Недвижимость за рубежом». 21 июля у нас на календаре, макушка лета уже пройдена, и мы начинаем очередной наш вебинар, посвященный сегодня весьма широкой и весьма важной теме. Чаще мы говорим в основном о зарубежной недвижимости, как и о цели, как и о средстве, но сегодня зарубежная недвижимость лишь одна небольшая, может быть, даже меньшая часть нашей дискуссии. В основном мы будем говорить сегодня о сохранении капитала и о том, как владение зарубежной недвижимостью может в этом помочь. Дело в том, что для инвесторов, ну, по всему миру, немного забегая вперед, думаю, не открою тайны, сейчас не самые простые времена, причем речь идет не только об инвесторах из России, у которых свой набор трудностей, но насколько эти проблемы решаемы, если вы находитесь в России, если вы не находитесь в России, если вы, в принципе, просто задумываетесь о сохранении капитала, мы сегодня поговорим и частично коснемся вопроса, каким образом смена юрисдикции или возможность получить второе ВНЖ или гражданство позволяет остаться, что называется, в мировом рынке финансов. И сегодня мы будем общаться с Андреем Ивановым, партнером Leon Family Office. Андрей, здравствуйте. Да, добрый день. С Андреем мы начнем наш диалог. И наш второй собеседник, те, кто уже присутствовал на наших вебинарах, знакомы с ним, Нури Кац, президент и основатель Apex Capital Partners. Нури, слышите нас? Да, я слушаю. Отлично. Ну что ж, Андрей, давайте начнем с вас. Буквально к нам присоединяются еще зрители. Несколько слов о том, что у вас за компания, чем вы вообще занимаетесь. Пожалуйста, я включу презентацию. Да, спасибо. Я сооснователь и партнер компании Leon Family Office. Эта компания является мультисемейным офисом, и наш бизнес состоит в том, что мы управляем деньгами состоятельных клиентов на международных рынках, делая персональные инвестиционные стратегии для них. Мы управляем акциями, облигациями, хедж-фондами, очень широкий набор инструментов, который позволяет действительно сделать индивидуальную стратегию. И также мы помогаем семьям с налоговыми и юридическим сопровождением по их личным структурам. В прошлом году Евромани признал нас номером один в России, на Кипре, как раз по услугам управления активами семейного офиса. Отлично. Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас традиционно работает чат, где вы можете задавать свои вопросы нашим экспертам. И по завершении нашего вебинара вы сможете связаться с ними напрямую и пообщаться уже лично и с Андреем, и с Нури. И, наконец, третье, последнее объявление перед тем, как мы уже потечем по списку наших тем и вопросов. Через несколько дней на Prian.ru мы публикуем развернутый рассказ об этом вебинаре, и запись вебинара, безусловно, также будет доступна. Андрей, ну давайте, может быть, начнем с такого масштабного вопроса. Сейчас действительно экономическая ситуация не только и не столько в России весьма напряженная, и у инвесторов не самые простые времена. В чем это выражается и такими, может быть, макроэкономическими параметрами, как можно определить круг текущих проблем? Да, спасибо большое. Действительно, на самом деле мы сейчас в этом году находимся на неком переломе больших длинных трендов. Предыдущий тренд последних двух лет был в том, что была очень агрессивная стимуляция экономического роста во всех странах. Это было связано как с ковидом, так и с другими факторами. В результате стоимость денег предыдущие два года была отрицательна в реальном выражении. То есть процентные ставки почти нулевые, а инфляция начала разгоняться. Ну и был некий тренд на общую глобализацию, который длился последние, наверное, 20 лет. Вот начиная с прошлого года, и это стало ясно в этом году, идет ускорение инфляции. Это связано, наверное, с тремя крупными причинами. Первое – это в прошлом году напечатали под выборы Байдена 3 триллиона долларов, да, и, соответственно, вот эта денежная масса как бы сейчас переваривается рынком, что ведет к инфляции. Второе – это дефицит товаров, связанный с ковидом в Китае, который продолжается, и карантины там тоже продолжаются.
Вот. И рост цен на нефть. В этом году центральные банки фактически поняли, что очень большие проблемы будут, если эту инфляцию не остановить, если она будет разгоняться. Тогда придется повышать стоимость капитала, стоимость денег очень сильно. И поэтому сейчас все их усилия направлены на то, чтобы сбить вот эти инфляционные ожидания. В результате они начали агрессивно поднимать процентные ставки, и это привело фактически к падению во всех классах активов. Что важно, падают и акции минус 20% по рынку США в этом году, и облигации минус 15% даже по качественным бумагам. То есть фактически инвесторы, которые привыкли сидеть в консервативных портфелях и почти не нести убытков, несут очень большие убытки в этом году. И, видимо, этот тренд пока продолжится. Потому что пока инфляция не развернется и не пойдет в сторону замедления, центральные банки будут повышать стоимость денег. И при этом они даже готовы к тому, что это приведет к рецессии. Более того, они эту рецессию, в принципе, хотят создать, чтобы упал спрос со стороны населения, и тем самым как бы рост цен остановился. Важный фактор, о чем стоит сказать, это то, что и золото не растет в цене. Золото падает в этом году, несмотря на инфляцию. Про золото можем поговорить потом, по сути, почему это происходит и стоит ли это рассматривать как инструмент в портфеле. Хорошо, давайте, ну, вы уже сказали о смене политики ФРС. Мы видим о том, мы видим действительно, что большая часть активов, ну, как вы сказали, консервативных, обесценивается. Тем не менее, ну, все имеет свой конец, свое начало. Если говорить о том, когда это началось и как долго это может продолжаться, есть, можно ли, ну, какими-то историческими мерками здесь описывать эту ситуацию, чтобы, ну, делать некоторые прогнозы? Да, действительно, и экономика, и рынки, они цикличные. Последний цикл был очень длинным, более 15 лет. И, как правило, всегда цикл сменяется рецессией, то есть замедлением или падением экономики и падением рынка. Вот, по сути, здесь видите таблицу всех рецессий и больших коррекций на рынках за последние 50 лет. То есть бывает то, что называется обычная рецессия. Это два квартала у вас экономический спад, рынки падают в среднем на 28%, и потом восстанавливаются в течение 1,5-2 лет. Я думаю, что сейчас мы как раз переживаем именно такой период. Принципиальный вопрос, будет ли кризис, кризисная рецессия. Они случаются гораздо реже. Последняя была в 2008 году. Вот. И кризисная рецессия обычно связана с каким-то системным кризисом. В прошлый раз это был перегрев рынка недвижимости и проблемы в банковском секторе. Я вижу перегрев в нескольких сегментах. Это венчурный капитал, это криптовалюты, это отчасти рынок недвижимости в США. Но системных кризисов, когда рынок может упасть там и на 50%, я не вижу. Банковский сектор по всему миру достаточно устойчив, да, все это хорошо регулируется. Вот. Поэтому, в принципе, наш прогноз, что если рынки упадут еще процентов на 15%, это заложит риск рецессии. Тем не менее, ну, любой кризис, он может быть, он сопровождаться как экономическим, ну, или причинами, или фоном, либо в том числе все-таки еще и политическими. Понятно, что сейчас политическая ситуация во всем мире крайне нестабильна, что во многих сферах, в том числе в сферах секторе недвижимости, затрудняет прогнозы. Ваше ощущение, как вот этот кризис может повлиять, с одной стороны, на общемировую ситуацию, а с другой стороны, если мы разделим на ситуацию, скажем, ну, условно, в западном мире и, допустим, в России? Ну, это действительно очень объемный вопрос. Скажем так, я считаю, что начался новый долгосрочный тренд на деглобализацию. То есть мы видим, что мир меняется, и у нас возникает несколько центров силы. То есть один условно-западный, другой условно-восточный. И там, то, что мы сейчас переживаем на Украине, да, это вот по сути соприкосновение этих формирующихся центров, на мой взгляд. К чему это приведет? Приведет это, во-первых, действительно к тому, что средние темпы инфляции будут выше. Раньше они были там,
1-2% максимум. Сейчас это будет выше, потому что страны будут переносить к себе все ключевые производства. И, во-вторых, по идее, должно увеличиться количество локальных кризисов. Там, все ждут там, какого-то кризиса на Тайване и так далее, и так далее. Да? То есть ценовые войны, торговые войны. Вот это все будет и будет нарастать. Мир проходил такие периоды несколько раз. Последний раз это, наверное, 70-е годы были. Что это означает для инвесторов? Меньше доходности, то есть там 20% акций, это будут уже очень хорошие результаты. Вот. И нужно ждать, что действительно будет достаточно высокий средний темп инфляции везде. Они замедлятся там с текущих 9% до, например, 3-4 в Америке, но там точно они не упадут до 1-2, как было до сих пор, а значит и стоимость денег будет выше, а значит и оценки рынка все будут тоже ниже. Окей, я попрошу тогда вас еще прокомментировать вот этот слайд по поводу пузыря акций, о чем он говорит, и опять же, ну вот исходя из ваших прогнозов, когда можно ожидать некоего разворота? Да, о чем идет речь? О том, что на самом деле последние 2 года надувался, один из пузырей был в венчурном капитале и в так называемых быстрорастущих IT-компаниях, ну, в качестве примера, может быть, акции Tesla, условно говоря. И вот этот пузырь привел к тому, что цены там утроились, в принципе, с марта 2020 года по начало 2021 года. И уже с февраля 2021 года этот пузырь активно сдувается. По сути, как бы тот доход, который инвесторы и большой приход частных инвесторов был, когда раздавали деньги, получили там за 1.5 года, они их практически полностью потеряли за последние 1.5 года. То есть этот пузырь на самом деле уже во многом сдулся. А в больших IT-компаниях, то, что называется FANG, он... Пузырь был небольшой, да, и он как бы сейчас сдувается. Поэтому я говорю, что там есть потенциал падения, может быть, еще в пределах 15%, после чего можно, в принципе, уже начинать заходить в акции. Вот. Если говорить о том, когда этот разворот может состояться, я думаю, он может состояться где-нибудь в самый конец этого года, начало следующего, когда центральные банки перейдут от жесткой политики, от повышения стоимости денег, к снижению стоимости денег для того, чтобы теперь уже с рецессией бороться. Вот тогда это как раз будет, наверное, период, когда можно начинать брать риск в своих портфелях. Андрей, вот поступил вопрос от нашего зрителя. Ну, в конечном итоге мы на него с вами планировали больше отвечать уже во второй части нашего вебинара, но тем не менее, может быть, некий мостик перекинем про инструменты, которые лучше всего защищают от сейчас идет инфляция от всего. То есть что в текущих условиях можно считать защитным инструментом? Мы к этому вопросу еще вернемся, но буквально нарисовать несколько. Да, есть мнение, что золото защищает от инфляции. Это неправда. Золото падает последние 1.5 года, несмотря на рост инфляции. На самом деле от инфляции защищает вложение в сырье. И если вы посмотрите тренды на рынке, скажем, вложений в медь, какие-то индустриальные металлы, нефть, все это очень сильно выросло за последние 1.5 года. Именно потому, что финансовые инвесторы покупали напрямую сырье и производители сырья. Вот это защищает от инфляции. И второе, что защищает от инфляции, это коммерческая недвижимость. Просто потому, что у вас арендные ставки автоматически привязаны к темпам инфляции, и они как бы, так сказать, индексируются. Вот, наверное, эти два как бы больших инструмента, доступных для частных инвесторов, они защищают. Окей, ну и, наверное, перекинем мостик уже к нашему диалогу с Нури, а перекинуть мне поможет Центральный банк Российской Федерации, который вчера выпустил свою концепцию о совершенствовании защиты розничных инвесторов. Насколько я понимаю, ну там, сам я инвестор такой, мягко скажем, начинающий, то есть квалифицированным себя не отношу, но, как я понимаю, теперь значительное число инвесторов, считающих себя квалифицированными, по крайней мере, в Российской Федерации, таковыми быть официально, по крайней мере, перестанут. Вы можете как-то, ну, может быть, свое отношение или свой взгляд на то, с чем сейчас столкнулись российские, белорусские инвесторы, в чем
основной здесь набор проблем и какие решения для них можно предложить сегодня? Да, ну, то есть те инвесторы, которые пытались, которые инвестировали из России, через российских брокеров, столкнулись с тем, что их портфели сейчас, многие как бы бумаги в их портфеле заблокированы. Это связано как с санкциями, так и с тем, что инфраструктурно там, централизованные депозитарии, которые, по сути, хранили все эти бумаги, сейчас не могут взаимодействовать с международными рынками. Более того, вот Центральный банк, да, действительно сейчас хочет поменять правила квалифицированных инвесторов. То есть фактически он говорит, что частные инвесторы, мелкие частные инвесторы покупали западные бумаги, фактически при этом выводили деньги как бы за рубеж, и на всем этом потеряли и сидят сейчас в заблокированных бумагах. Такого мы больше как бы терпеть не хотим. Пусть в иностранные бумаги инвестируют только люди с активами от 30 миллионов рублей. То есть это 500 тысяч долларов по текущему курсу. То есть Центральный банк фактически говорит, что мы не приветствуем, если российские инвесторы будут входить на международные рынки. Ну, к слову сказать, что в Европе квалифицированный инвестор начинается от 150 тысяч долларов. Ну, то есть фактически люди, у которых есть деньги, а вывести деньги сейчас, в принципе, не проблема уже, да, ну, как бы им однозначно говорят, что, ребята, посмотрите тогда на международные счета в международных банках. И вот здесь основная проблема, с которой мы сталкиваемся, да, что западные банки тоже не хотят видеть российских инвесторов. И тут принципиальный вопрос наличия ВНЖ или иностранного паспорта для того, чтобы у вас была возможность работать, например, в европейских банках. Вот. И вот эту проблему, собственно, она стоит сейчас остро, и как бы по нашим клиентам я это вижу. Я думаю, что вот как раз Нури мог бы нам рассказать, какие здесь варианты существуют. Итак, спасибо, Андрей. Мы вернемся, безусловно, к вам и к тем решениям, которые ваша компания предлагает минут через 15-20. А я сейчас коллег своих попрошу поменять презентацию. И, Нури, вам тогда слово. Несколько слов, во-первых, о вашей компании. Чем вы занимаетесь? Как зарабатываете? Давайте подождем, как поменяют презентацию. Да, буквально. Но все равно... Ну, я могу, естественно, рассказать. Первые слова вы можете сказать. Ну, меня зовут Нури Кац, я президент компании Apex Capital Partners. Я создал компанию 30 лет назад, и в Москве, и в Канаде. Я из Канады, но жил в Москве тогда, приехал сюда, потому что тоже было интересное время в начале 90-х, когда... была большая рецессия и в Канаде, и по миру, на самом деле. Я решил, что раз рецессия, я думал, ну, как-то скучно. Я хотел видеть коллапс серьезный. Я приехал в Советский Союз в 90-м году, что и увидел. Так что мы работаем 30 лет в нише, хотел сказать, на рынке, но на самом деле это не рынок, это ниша иммиграционных программ по инвестиции. И мы работаем по всему миру, у нас офисы на Карибах, в Европе, в Канаде, мы одна из нескольких самых крупных компаний в этой нише. Мы лицензированы в разных странах, разные правительства нас лицензируют. Это то, что для нас очень, очень важно, как бы нас отличает от всех компаний точно в России, тем, что у нас есть право представлять интересы клиентов правительства. Вот это про нас. Хорошо, Нури, но на самом деле для граждан с России и Беларуси, коль мы сейчас в первую очередь говорим о них, с конца февраля стали закрываться не только возможности взаимодействовать с банками зарубежными, но и многие программы стали закрываться. Да, я что-то слышал. Что-то слышали про это, да? Может быть, и руку приложили, нет?
Да, в конце февраля началась тут какая-то маленькая штука. Из-за этого в связи с даже непониманием санкций много стран решили не принимать русских граждан вообще. И это касается все карибские страны, это касается европейские страны, Португалия закрылась, потом Малта закрылась, потом Черногория вообще не работала. Но с тех пор потихоньку они открываются. Они понимают, мне так кажется, и по разговорам с разными людьми из разных правительств, они начинают понимать, что принимать иммигрантов, не иммигрантов, принимать инвесторов из России, это не санкционное дело и совсем не связано с санкциями. Они, конечно, боятся большого брата, все страшно, но они уже поняли, и я даже у меня ощущение, что и большой брат это понял тоже. Окей, насколько я понимаю, вы ситуацию эту видите изнутри в значительной степени, потому что вы общаетесь, ну, в силу своей работы и в силу своих контактов. Давайте несколько слов именно уже практического характера по тем программам, которые сейчас могут решить проблему, и я, соответственно, буду перелистывать презентацию. Давайте, да. Вопрос на самом деле, какие проблемы решать. Да. Так что, например, с гражданством Антигой, который я живу на Антиге, на Карибах, Антига закрыла свою программу для русских, но где-то две недели назад открыли свою программу. И там на Антиге можно получать гражданство, можно получать паспорт, который дает безвизовой въезд в больше чем 140 стран, включая Европу и другие страны. Взнос, там можно получать гражданство через взнос в государственный фонд или через покупку недвижимости. И сейчас Антигуа – это одна из немногих стран, которые принимают русских, и я очень рад за это. Вот это тут пример. Пример, я думаю, что при желании мы можем потом презентацию, собственно, нашим зрителям выслать. Но базовые условия, я думаю, многие знают про них, перечислять их отдельно. Да, мы много говорили об этом. На самом деле, есть на Карибах есть две страны пока. Я знаю, что откроются другие страны. Есть Антигуа и Гренада. И Антигуа и Гренада, и все карибские страны, они, в принципе, помогают с вопросом перемещения. Но, как Андрей говорил про банковское дело в Европе, гражданство на Карибах не помогает в связи с санкциями в Европе, европейские санкции. Они не снимают ограничения по банковским вопросам. То есть, имея гражданство Гренады или имея гражданство Антигуа, вопрос перемещения снимается, но вот вопрос именно инвестиционный с этими паспортами в Европе не решается. Да, Европа сейчас, самый главный момент связан с санкциями для обычных русских, не для тех, на кого наложили санкции, это то, что русский гражданин сейчас не имеет права иметь больше, чем 100 тысяч евро на счету, если он не является человеком с либо гражданством Европы,
Евросоюза, либо, либо вид на жительство в Евросоюзе. Так что гражданство Антиги и Гренады – это не вид на жительство в Европе. И не помогает решать эти вопросы по инвестициям. Ну, через. Тогда через скажите, окей, какую задачу тогда они могут решить с этими паспортами? Перемещение и с банковскими делами в других странах, не в Европе. В США, например, но... решит вопрос? В США, да. Это очень смешно на самом деле, и как всегда Америка не делает то, что она говорит, она делает то, что хочет. Стало намного легче открывать счета в Америке для русских, особенно с карибскими паспортами, чем было раньше. Для тех, которые могут туда поехать, у кого есть виза, но намного на русских вообще нет ограничения, нет тех ограничений, которые существуют в Европе. Хотя бы по этому вопросу количество денег на счетах. Хорошо, давайте тогда посмотрим дальше. Давайте тогда, с гражданства Черногории. Черногория еще не в ЕС, но гражданство Черногории или даже вид на жительство в Черногории дает возможность довольно-таки легко открывать счета в Черногории и держать там больше, чем 100 тысяч долларов. Черногория присоединилась к европейским санкциям. Поэтому они тоже настаивают на то, чтобы у человека был вид на жительство или гражданство в Черногории, чтобы иметь там счета и инвестировать через черногорские банки. То есть, просто чтобы сразу тоже понять, карибские страны и карибские документы такой возможности не дают в Европе, да, а черногорский уже дает? В Черногории. Пока не, только в Черногории. То есть европейских вариантов тоже пока нет. Не в Европе. Это дает в Черногории возможность иметь больше, чем 100 тысяч. И дает, естественно, право перемещения по Европе. Но из-за того, что Черногория не входит в Евросоюз, то ограничение еще остается на даже на тех, которые, у кого есть двойное гражданство, черногорское с черногорское гражданство. Окей. Да. Давайте смотреть дальше. Думаю, что Турция, я два слова скажу, просто как в начале спецоперации на Украине была среди определенного круга людей в России была большая паника, так скажем. И они хотели получать любым путем любое гражданство. И первые месяцы единственная возможность была гражданство Турции. И многие делали Турции. Но сейчас уже в июне они подняли цену. Раньше стоило 250, сейчас 400. Подняли цену, и вся паника, люди успокоились. То, что на самом деле Турция ничего не дает, просто возможность дает жить в Турции и бывать в Турции. Турция хорошая страна, я ничего против Турции не имею. Но это, естественно, не решает вопрос ни с Европой, ни с чем, ни нигде. Зато можно покупать очень красивую недвижимость, да, есть очень красивый проект. Ну, давайте наконец перейдем к тому, кто дает такую возможность. Да. Венже на Кипре это наш, то, что мы любим больше всего. Мы Венже, Кипр все знают в России, если они, практически вся Россия была на Кипре уже. И на Кипре можно получать тоже через покупку недвижимости, можно получать ВНЖ.
И ВНЖ на Кипре, который, если это через покупку недвижимости, то нужно покупать недвижимость на 300 тысяч евро плюс НДС. Это дает как раз то, что многим нужно, и это возможность свободно вкладывать деньги в любой в европейские банки. Это потому, что Кипр часть Евросоюза. Это довольно-таки легкая программа, которая, честно... Что значит легкая? Ну, документов мало нужно предоставлять, она довольно-таки быстрая. Можно получать этот ВНЖ в течение нескольких месяцев. И еще раз, это решает все проблемы с банковскими делами в Европе пока. И это очень удобно, это очень, особенно для тех, из-за того, что киприоты работают с Россией, привыкли к русским, просто они воспринимают русских намного сейчас лучше, чем даже другие европейские страны, которые официально открыты, но все равно есть какое-то не совсем лучшее отношение к русским. Но на Кипре все осталось. Задают вопрос по поводу еще одной страны, Болгария, получение ВНЖ для инвестиций. Что вы можете сказать? Там была в свое время даже программа гражданства, она практически... Была программа, она была закрыта, и это было через ВНЖ, и потом через 5 лет можно было получать гражданство. Программа на бумаге еще существует. На бумаге, я имею в виду, в законодательстве существует. Стало намного тяжелее. И сейчас это усложняется из-за того, что нужно получать визу вначале, чтобы туда поехать и получать этот вид на жительство. Но чтобы получать визу в болгарском посольстве в Москве, нужно открывать посольство Болгарии в Москве. И посольство Болгарии в Москве не совсем работает сейчас. Так что это практически не вариант. Практически. Фактически это работает, но в практике, особенно для людей из России, это даже не вариант. Вы сказали, ну, опять же, обращаюсь к вашим, скажем так, внутренним ощущениям и тем знаниям, которые вы не всегда имеете возможность, так условно говоря, выносить на публику, но скажите о том, о чем можете, по крайней мере, сказать. Вы сказали, что у вас есть какое-то ощущение, на чем оно основывается, кроме, ну, реальных фактов, что вот эти программы ВНЖ гражданства все равно как-то стали смягчаться по сравнению с тем, что было в начале весны. Можно несколько слов об этом? Просто как человек, который напрямую общается с людьми, которые эти программы открывают. Ну, я общаюсь, я знаю, что вот-вот через неделю или две недели еще одна страна на Карибах откроется. Я это знаю с первых уст, но я еще, пока они не анонсировали, я не хочу этот анонс. Но я скажу, что я сам написал для правительства этот анонс, так что я знаю, что это случится скоро. И в Европе открыли только недавно, тоже примерно две недели назад, возможность для русских в Португалии получать ВНЖ. Они были первыми, которые закрыли возможность для русских. Но они сейчас тоже открыли эту возможность. И сейчас можно через инвестицию как раз в недвижимости получать золотую визу в Португалии. И получение золотой визы в Португалии решает на самом деле и вопрос перемещения по Шенгену,
и вопрос с банками в Европе. Вопрос от Руслана. Можно ли сейчас технически оплачивать гражданам России со своего зарубежного счета недвижимость физическим лицам в недружественных странах, например, в той же Португалии? И не нарушает ли это действующие валютные ограничения в России? Я боюсь комментировать по поводу законодательства России. Я не юрист в России, и особенно сейчас, когда все меняется, я не авторитет по правилам России. Я скажу следующее. Весь вопрос связан с переводами денег из одной страны в другую. Я не сейчас не говорю про Россию, а вообще из Бразилии в Колумбию, из Китая в Сингапур. Стало намного сложнее, чем было раньше. И они это называют как прозрачность, но на самом деле это мучительность. Сейчас просто каждый перевод должен пройти compliance. Каждый перевод на $1000, на миллион, на 10 миллионов должен пройти compliance в каждом банке. Это не то, что автоматом, как было раньше. И от того, что я слышу от клиентов и от банкиров, естественно, все переводы граждан России более осторожно относятся к ним. Но я хочу сказать, что осторожно относятся ко всем переводам. Окей. Давайте, я думаю, правильно будет поступить следующим образом. Руслан, я понимаю, что мы не в полной мере ответили на ваш вопрос. Я думаю, что если сейчас в чате просто можно опубликовать контакты и компании Нури, и компании Андрея, частным образом эти вопросы можно будет обсудить. Ну, насколько я понимаю, действующие валютные ограничения в РФ, это не от себя такую реплику, приобретение зарубежной недвижимости. Разрешено. Разрешено, то есть как бы да. Никаких ограничений. Нет. На это нет. Другой вопрос, что, опять же, мы общались с несколькими банками, это все вопрос в значительной степени личных договоренностей и здесь, и на этой стороне, и на той. Это вот, то есть, общего универсального рецепта нет. У нас есть примеры и в Испанию переводили, и я, собственно, знаю, на Кипр переводили, например, там особенно... Простая ситуация, если ты покупаешь там долю в строящемся проекте, поскольку это возможно. Где именно, да. В общих чертах, я не знаю, может быть, Андрей, это уже к вам вопрос, или к Нури, насколько сложно или просто открыть на Кипре счет для гражданина России, какие примерно это траты? Если... Андрей, я могу тоже комментировать, сказать. Ну, кто, Андрей, вы, например, начнете, если это... Ну, по нашему опыту, да, при наличии, допустим, кипрского ВНЖ, это занимает там 1-2 месяца в зависимости от, насколько compliance задает вопрос, насколько быстро ему отвечают. То есть это возможно, но это занимает времени там, на 2 месяца, я думаю, надо рассчитывать точно. Уже при наличии это ВНЖ? При наличии ВНЖ. Если есть ВНЖ, ВНЖ нет, то вообще... Нет, тогда невозможно. Скажите, затраты примерно на открытие счета, или они уже чисто символические? Ну, они чисто символические. Правда, банки просят внести какую-то сумму. То есть просто открыть счет, положить 10 евро не получится. У каждого банка могут быть требования. Есть банки, которые требуют там, $1 миллион, другие соглашаются на меньшую сумму, 150-200. Вот. Но, как правило, они действительно... выставляют определенные требования по сумме, которая должна быть заведена, так, чтобы для банка это тоже был, так сказать, клиент, который генерирует доход.
Андрей, я как раз мы говорим про Кипр. У вас вы ведете фонды, инвестиционные фонды на Кипре. Может, вы скажете, как с ними работать клиентам? Да, они... я думаю, что мы как раз сейчас перейдем уже вот к этой части. Сложно у вас открыть счет. К части, да, к нашего диалога. И я опять же попрошу поменять презентацию и включить презентацию Андрея. Закрываем это. Так, Андрей, ну давайте, значит, мы пришли к чему на данный момент? Немножко подвести, условно говоря, такой промежуточный результат. Значит, открытие счетов и, вернее, получение ВНЖ и гражданства на Карибах, к сожалению, не решает вопросы с европейскими банками. Точно такая же проблема с Турцией. Кипр, член Евросоюза, покупка недвижимости в жилье от 300 тысяч евро. Ну, мы об этом подробно говорили. Со всеми нюансами можно обратиться и к Андрею, и к Нуре. Эту проблему решает. Но что дальше? Все те проблемы мировой экономики, которые есть, они по-прежнему остаются с нами. Открыть счет – это только начало, а потом что делать? Что вы сейчас предлагаете и как вы работаете сейчас со счетами инвесторов? И если нужно, я вот могу открыть презентацию вашу дальше. Да, смотрите, как я сказал, опять же, давайте подведем итог. Вы получили, допустим, ВНЖ, открыли счет на Кипре, завели туда средства, сейчас можно $1 миллион выводить в месяц из России. Да, что с ними делать, во что инвестировать? Ну, как я уже сказал, на рынках ждут рецессии, скорее всего, она случится. Это означает, что инвестировать пока в наши классические виды активов, акции, облигации, рано. Они будут ниже, по мой взгляд. Вот это вот, по сути, срез там, средняя по больнице наших клиентов, которыми мы управляем. И если вы посмотрите, здесь 30% – это вообще не классические виды активов. Основная там, 25% – это хедж-фонды. Люди боятся хедж-фондов, потому что не понимают. Но хедж-фонды – это огромная, так сказать, вселенная, да, и если разбираться, какие стратегии на каких рынках работают, то это, в принципе, хороший вид вложений. Мы, например, еще в 2018 году перед собой поставили цель сделать такой портфель, чтобы он совсем не коррелировал ни с акциями, ни с облигациями, давал доходность выше облигаций и при этом не падал, когда будет кризис. Мы, собственно, ведем анализ хедж-фондов давно. Человек, который у меня этим занимается, работают в этом с 2013 года, вот, и мы для себя выбрали две стратегии. Давайте посмотрим, по сути, чем они отличаются от других классов активов. Вот здесь это соотношение риска и доходности для разных видов инвестиций. Зеленый квадрат, зеленый треугольник – это та область, где доходность выше, чем риск. Да? То есть вы берете единицу риска, и, соответственно, ожидаете, что доходность покроет тот риск, который вы берете. Как вы видите, ни акции, ни облигации не обладают таким замечательным свойством. Облигации давали за последние 5 лет доход условно там, от 2 до 3%, при этом при достаточно большом риске и волатильности. Просто потому, что процентные ставки были очень низкие, и, ну, очевидно, что и облигации дохода не давали. Акции давали доход в среднем в пределах там, 10-12%, но при риске 16%. А вот те стратегии, которые мы выбрали, это торговое финансирование, бридж кредитование, они, по сути, давали доходность 7-8-10% при достаточно низком риске, гораздо ниже, чем облигации. Ну, такие стратегии почти не падают. Почему? Ну, потому что... Торговое финансирование, извини, перервал. Торговое финансирование, бридж кредитование. Что такое одно, что такое другое? Что это такое, да. Эти стратегии возникли после кризиса 2008 года, когда банки прекратили кредитовать средние компании и определенные сегменты рынка. Просто из-за регулирования. Им стало это невыгодно. Команды из банков ушли. Взяли себе в команду IT-специалистов и создали продукт, который очень похож на банковский. То есть они берут средства вкладчиков
и дальше выдают их в виде краткосрочных кредитов с хорошими залогами. Но так как они являются специалистами в каждой в своей нише и вот добавляют там IT-технологии для анализа кредитного качества, они могут давать доходности гораздо выше, чем банки. При этом они не несут огромных издержек, которые есть у банков. Вот. В результате стратегии эти дают доходность очень высокую. При сравнительно небольшом риске и доход по этим стратегиям – это фактически процентные платежи, которые платит заемщик. В результате, например, вот фонд, наш фонд, составленный из таких стратегий, дал 7,6% годовых чистыми за вычетом всех комиссий на горизонте там, трех последних лет, 3,5. Как вы видите, это, во-первых, гораздо выше, чем то, что дали облигации, но самое важное, на всех просадках, там в 2020 году просадка, сейчас, например, просадка на рынках, фонд не падает. Поэтому вот такого вида стратегия, она хорошо работает сейчас и будет работать еще лучше, потому что процентные ставки будут подниматься, а значит процентные платежи тоже будут расти. Вот. И, собственно, мы это делаем для своих клиентов уже больше 5 лет, и сейчас у нас есть фонды, которые позволяют клиентам с гораздо меньшими средствами, там, 150-200 тысяч долларов, войти в такую стратегию. Андрей, но... Сейчас, на самом деле, действительно такое время, мягко скажем, пограничное. Удачный ли сейчас момент входа или, в общем, люди, которые хотели бы инвестировать таким образом, в общем, уже немножечко опоздали? Нет, сейчас хорошее время, даже очень хорошее, именно потому, что ставки растут, вот, и потому, что эта стратегия не коррелирует с другими рынками. Вторая стратегия, которая тоже, на мой взгляд, сейчас становится интересным, это вложение в корпоративные облигации. Это уже очень классическая стратегия. Мы, по сути, покупаем корпоративные облигации в основном в США и на развитых рынках. Вот. В чем ее суть? В том, что облигационные рынки упали слишком сильно, и доходность по многим качественным корпоративным бондам сейчас составляет 7-8%. То есть это уже на уровне инфляции. Инфляция будет замедляться, и через пару лет она, как я сказал, будет там 4%. А покупая бумагу, 5-летнюю бумагу, допустим, под 8,5% годовых, вы эту доходность фиксируете. При том, что ликвидность по таким бумагам, ну, практически как бы дневная. Ликвидность в фонде месячная. То есть для вас это аналог депозиту на 5 лет с высокой доходностью и возможностью выйти из этого депозита каждый месяц. Вот. То есть вот эта стратегия не очень хорошо работала раньше, потому что процентные ставки были слишком низкими и доходности по облигациям слишком низкие, не компенсировали инфляцию. Сейчас она начинает работать. Вот. Поэтому мы вот этот фонд сейчас начали более активно предлагать клиентам и инвесторам, потому что понимаем, что эта стратегия начнет работать. Исторически он существует с 2015 года, и, как вы видите, опять же, благодаря гибкости стратегии, то есть мы можем уходить как в корпоративные облигации, так и в государственные, мы избегали больших корректировок, и по сравнению с индексами облигационными наша доходность там существенно выше на вот этом длинном горизонте. Видите, что была очень большая просадка в этом году, облигационные индексы упали там от 15 до 18%, наш фонд упал примерно на 8% с начала года, и сейчас, я думаю, следующие там, 3-4 месяца как раз будет период, когда можно будет входить для того, чтобы заработать на восстановлении котировок облигаций. Скажи, пожалуйста, еще, вот есть все-таки две возможности, то есть две схемы, которые вы предлагаете. В чем принципиальная разница между ними? Для кого оптимальна одна, для кого оптимальна другая? А принципиальная разница – горизонт инвестирования и ликвидность. То есть облигационный фонд подходит для людей, которые понимают, что горизонт у них небольшой, там год-два, может быть, да, и которым может потребоваться деньги, как я сказал, там, в любой месяц. Да. То есть для них это некий аналог депозита долларового. А хедж-фонд – это все-таки для людей, у которых горизонт 2-3 года, а ликвидность там квартальная, то есть это не то, что он средства замораживаются на этот период. Вот. И это скорее для людей, которые хотят получать более высокую доходность и, самое главное, прогнозируемую доходность, которая никак не, скажем,
нет волатильности. То есть это вот для таких консервативных инвесторов, которые раньше сидели условно в государственных облигациях и потеряли в этом году 15% с начала года. Да? Вот для них это хороший аналог. То есть вы получаете 6-7%, очень стабильная и понятная доходность. Ну и теперь все-таки о возможности, а точнее невозможности инвестировать, если вы, ну, условно говоря, имеете только счета в России или только счета в Беларуси. Когда ты можешь начать иметь с вами дело, что называется, и как это технически и финансово происходит? Да, эти фонды, они предназначены для квалифицированных инвесторов. Как я сказал, в Европе квалифицированные инвесторы начинают со 150 тысяч долларов, да, поэтому порог входа в такой фонд 150 тысяч. Фонд можно купить двумя способами. Это прямая подписка, то есть когда с банковского счета клиент отправляет деньги непосредственно на счет фонда. Такой вариант подходит только для тех, у кого есть европейский паспорт или ВНЖ. Второй вариант покупки – это покупок через банк или брокера. То есть если у вас есть брокерский счет в Европе или вне Европы, допустим, в Дубае, вот, и вы приходите в банк и говорите, я хочу купить вот этот фонд, у фонда фонд этот, расчеты идут через Евроклир. Если банк работает с Евроклир, он сможет купить этот фонд. То есть, поэтому даже клиенты, не имеющие ВНЖ европейского, но имеющие счета в банках там, в Дубае или в СНГ, но в тех, именно в тех банках, которые работают в Евроклире, с Евроклиром, они тоже могут инвестировать в наши фонды. Вот. Для вот этих вот ситуаций Дубай, там, банки СНГ, здесь надо уже все-таки будет решать на индивидуальном порядке, именно чтобы поговорить с банком, может он это делать или нет. Окей. Ну что ж, мы примерно в час планировали уложиться. Давайте тогда уже, ну, условно немножечко подведем итоги. И еще раз, значит, контакты и Андрея, и Нури у нас в чате есть, они еще далеко не ушли. Если какие-то вопросы у вас есть, еще пару минут есть их задать. Нури, давайте тогда все-таки заключительная история и подведение, что называется, итогов. Вы, ну, ваша компания, по крайней мере, мы говорим сейчас о той части компании, которая работает на русскоязычных рынках с русскоязычными клиентами, отмечает... Ну, сейчас, в общем, такую активизацию и некое послабление после ужесточения схем получения инвестиционного гражданства или вида на жительство. Можно ли так сказать? Ну, да, естественно, мы и в этом году чувствовали очень большой спрос, и мы ожидаем, что спрос продолжится. Как Андрей знает, и все знают, деньги хотят куда-то идти и где-то лежать и что-то делать. Они не будут сидеть просто дома. И несмотря на все ограничения, которые существуют сейчас, всем нужно что-то делать. И решать вопросы, несмотря на трудности. И в этом году, в отличие от предыдущих лет, больше трудностей, во-первых, и другие вопросы. Например, ВНЖ на Кипре не было для русских людей очень, не имело значения. Но сейчас в связи с изменениями в нашем мире, многим это нужно, чтобы решить вопрос с банками в Европе. Кто бы подумал. Но, честно говоря, я это вижу. Я за последние 30 лет я видел такие волны. Люди там с ограничениями в других странах тоже. Я помню, когда наложили очень сильные санкции на Иран. Естественно, все из Ирана решили, нашли способы
использовать свои деньги. Деньги не будут просто так лежать, независимо ни от чего. Так что, если вот этот вопрос волнует людей из России, то я могу сказать, что ничего вас не остановит. Естественно, нужны новые инструменты и новые возможности, но они есть. То, что Португалия и Кипр принимают русских теперь, Португалия недавно открыла, и то, что карибские страны начнут принимать людей из России, для меня это очень хороший знак. Я думаю, что это значит, что мир успокоится немножко. Особенно то, что принимают людей из в Португалии. Португалия это очень много означает. Я хочу еще одну торгнуть еще один вопрос. На самом деле Евросоюз сам по себе не любит эти программы. И они идут уже много слух о том, что они, насколько они не любят. Но то, что они разрешают в начале спецоперации, после спецоперации, они очень сильно надавили на страны Евросоюза и на Карибы, чтобы они не принимали русских. Сейчас дают. Я не знаю, что это означает, но это что-то хорошее означает. И это тоже дает, это даст людям из России больше возможностей использовать свои деньги, как они хотят. И я считаю, что они должны иметь такое право. Окей. Вопрос, ну, не знаю, насколько кто из вас сможет на него ответить, хотя, может быть, ответ будет очень коротким. Про есть ли программы, которые предполагают продать недвижимость в компании, находящейся в Москве, а затем получить недвижимость на Кипре или в любой другой стране? Ну, вот это, если честно, мне немножко напоминает, когда я сюда переехал в 90-х, году, когда не продавали квартиры, обменяли их. И многие просили меня, задавали такой же вопрос и спросили, можно ли продать квартиру мне в Москве и купить мне квартиру в Торонто или в Монреале. Ну, так я не бывает. Я могу сказать только, что официальных программ таких нет. С другой стороны... С другой стороны, я с удовольствием помогу всем продавать и покупать все. Нет, на самом деле просто есть программ как таковых нет. Другое дело, что сейчас многие компании предлагают схемы. Я сразу не буду говорить, там, что все они легальные или все они нелегальные. Это надо каждый конкретно смотреть, разной степени легальности. И, соответственно, когда... часть оплат, часть платежей осуществляется, например, просто в России. Ну и, например, там стать собственником, сейчас готовим материал по поводу Болгарии, кстати. Самый простой способ стать собственником недвижимости в Болгарии, если ты россиянин, если продавец тоже находится в России, и у него собственность в Болгарии, тогда просто... Понятно, Филипп, это то, что да, сейчас это такая очень история. Тяжело... переводить деньги из России. И вопрос да. Вопрос тут только в том, это не вопрос, можно менять квартиру в Москве на квартиру на Кипре, это вопрос, можно ли переводить деньги на Кипр. И все. На Кипре я точно знаю, на Кипре сделки идут, да. В частности, по договорам долевого участия. Да. Так что это возможно. Это возможно. Естественно, не санкционный банк. Естественно, потребует больше, существенно больше дополнительных документов, чем раньше и так далее. Андрей, ну и ваше слово тогда, тот посыл, который вы бы хотели сейчас донести, в частности, для нашей аудитории, которая пришла на вебинар. Пожалуйста.
Ну, я хотел донести посыл, что там кризис и падение рынков, страх рецессии, он всегда возникает, это вещь временная, да. Как сказал Нури, просто сидеть в деньгах с инфляцией 8-9% неправильно. Правильно посмотреть по сторонам, вникнуть и попробовать что-то новое, что действительно работает. И то, что мы предлагаем, это работало на счетах больших, ну, условно, богатых людей, которые, как вы знаете, всегда ищут какие-то интересные варианты для инвестирования. И вот, собственно, сейчас мы это предлагаем для более широкой категории людей. Доступ вот к этим, ну, скажем так, эксклюзивным стратегиям. И еще все-таки вот важный момент. В конце сказали, может быть, не все услышали. Для того, чтобы работать с вами, чем нужно обладать? То есть мы начали с того, что нужно там иметь ВНЖ или гражданство в Европе. В конце выяснилось, что не обязательно. То есть это, конечно, хороший вариант, но... То есть для того, чтобы покупать наши фонды, есть возможности покупать их со счетов вне европейских банков. Да? Минимальный порог входа – 150 тысяч долларов. Если есть интерес, просто свяжитесь с нами, и мы как бы там конкретно обсудим, откуда вы хотите купить эти фонды и как это можно будет сделать. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, на самом деле, мы практически уже завершаем. Я попрошу еще раз контакты участников нашего сегодняшнего вебинара опубликовать в чате. Андрей Иванов, партнер Lemon Family Office, и Нури Кац, президент и основатель Apex Capital Partners. Дорогие друзья, ну в завершении просто хочу еще раз пожелать всем мира в наше очень тяжелое и, на самом деле, для многих невеселое время сохранять, ну, как минимум, надежду и здоровья всем, мира, безопасности. И только вперед. Спасибо главное вам. Здоровье. Здоровье, здоровье, да. И дай Бог, чтобы все было по хорошо. Максимуму все было хорошо и будет хорошо. Спасибо. Будем надеяться. Спасибо, Филипп. Будем надеяться. Спасибо вам. До встречи. Спасибо, портал Прианру недвижимости за рубежом. Свидимся на следующих наших вебинарах. До свидания. Спасибо большое. Счастливо.